Я перейду сразу к делу, Гюндоз. Где Дюндар Бей? Мы проводили его со стойбища к тебе. Это ты скажи нам, где мой дядя? Я нашел в лесу шапку Дюндарбея, а вокруг были следы сражения. О чем ты говоришь, Алишарбей? Как видишь, Алишар, мы ничего об этом не знаем. Вы ничего не знаете, и мужества не хватает поискать его. Говорю же вам, я нашел шапку Дюндарбея, чего же вы стоите? Сейчас я отдам приказ воинам. Они будут повсюду искать дядю. Но хорошенько запомни, Алишар. Если ты замешан в этом деле, знай, что на твоих плечах не будет головы, на которую можно будет надеть шапку. А ты хорошенько запомни вот что, Гюндоз. Если твой брат Осман замешан в этом деле, у тебя не останется стойбища, на котором можно будет господствовать. Брат, если позволишь, я поеду с ним. И потом все доложу вам.